Уборочная кампания 2017 на Орловщине началась 25 июля в Малоархангельском районе. Старт страды дал губернатор Орловской области Вадим Потомский. Мы всегда уходим чуть больше, чем 3 миллиона тонн по региону по зерновым культурам. Рекорд у нас 336. Давайте попробуем в этом году 337. Оценить качество зерна лично. Глава региона сел за руль комбайна для того, чтобы собрать первый урожай. Один за другим районы области приступают к уборке зерновых. В Тростнянском районе сельскохозяйственное предприятие «Орловское» уже убрало 200 гектаров озимого рапса и 1450 гектаров озимой пшеницы. Это у нас два основных сорта. Один ранее – это «Ермак» и «Немчиновская 17». Вот на «Ермаке» уже работаем. Общая озимая пшеница у нас порядка 1450 гектар. Ну и потом пойдет яровой рапс, люпин, соя. Темп задан. Глава региона лично следит за ходом уборочной кампании. В настоящее время к уборочной страде присоединились 15 районов. Немного осталось районов, которые еще к уборке не приступили. Я вчера вот ездил в Амценский район, на Амценскую агрофирму нашу, с Жирновым встречался. Смотрели, там, конечно, погода еще пока не позволяет. Вот он тоже очень серьезный. Товарищ сельхозпроизводитель Орловской области, который предприятие сохранил в государственной собственности, не дали его разорить. Но проблема сегодня выйти в поле, потому что много влаги. Он географически немножко по-другому находится. Вот. В субботу ездил, посмотрели мы, значит, Шаблыкинский район. Должанский район – один из первых, кто приступил к уборочной кампании. В рамках рабочего визита губернатор Орловской области побывал на поле местного сельхозпредприятия «Луганское». Уберем урожай? Конечно, уберем. Его убирать. Не, ну погода какая, видите? Ну, это уже от погоды зависит. Да, природные условия. Да. Как никогда. На площади 3000 гектаров в настоящее время идет уборка озимой пшеницы сорта «Краснодарская 99». Урожайность составляет от 65 до 70 центнеров с одного гектара. Да вот здесь, вот оттуда, вот сюда, и вот там уже убрано, вот до тех, это вот все пшеница, 1200 гектаров. В другом месте, допустим, ячмень 1200, в третьем там подсолнечник. Несмотря на изменчивую погоду, на поле влажность около 14%. Техники много, люди есть, все подготовлены, склады, помещения. В общем, мы готовы всегда к любым неожиданностям природы. Глава региона высоко оценил работу Должанского агропромышленного комплекса и подчеркнул, что региональная власть продолжит оказывать всестороннюю поддержку району. Одно из лучших хозяйств, сельскохозяйственных предприятий области. Оно очень показательно. Посмотрите на это поля, ни сорняков, ничего, техника вся новейшая. Как отметил Вадим Потомский, в этом году урожайность хорошая. Средний показатель по Орловской области составляет 46 центнеров с одного гектара. Наталья Чунина, Павел Джумабаев, телеканал «Первый областной».